Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right. Let's focus on the goal. Come on! Здорово, бандитки, здорово, бандиты, мы продолжаем зеленый ад. Мы продолжаем выживать, у нас 64 день выживания. Мы продолжаем убивать всех. Мы продолжаем строить домик, который уже достроили, и сегодня мы пойдем в джунгли. Мы будем искать приключения в свою задницу. У меня много энергии, я готов с утра пораньше, сейчас покушаем и пойдем искать приключения. Готов убивать всех. Мы выкидываем максимально себе рюкзак, то есть мы все перекидаем, чтобы мне было минимально килограмм, и я смог долго путешествовать. И искать приключения в свою задницу. А кого мы найдем, я не знаю. Кого мы встретим, я тоже не знаю, но я готов найти эти приключения. Мне нужно покушать буквально все, что я найду. Испортилось. Это дело испортилось. Уберем. Так, у нас есть грибочек. У нас есть два грибочка, которые можно, по идее, приготовить прямо сейчас. То есть мы закидываем сюда грибочки. Сейчас водичка у нас кипятится. Скушать надо шишки обязательно в первую очередь. Руки наши чистые, все в порядке. Водичка скипела, можно кидать грибочки. Все, офигенно, все будет топово. А это мы заберем. Мясо мы заберем тоже дома. Вяленое мясо заберем с собой, это съесть. Если что, в джунглях мы найдем что-то вкусное, это, конечно, пригодится. Набираем флягу, делаем стрелы, выкидываем перья лишнего сюда. Так, у нас много лишних перьев. А что у меня по веточкам? По веткам. А веток у меня вообще нет, значит, придется потом сделать стрелы где-нибудь в джунглях. Сейчас оставлю, наверное, буквально десяток я оставлю к себе, чтобы, если что, можно будет сделать... 5 стрел. Думаю, будет достаточно. Так, сколько осталось? 10. Все. Осталось 10 перьев. Я оставляю их себе. А здесь у нас нормально. Камушки. Два камня тоже нормально сделать топорик. Набирать нужно полную флягу. Брать мясо и идти путешествовать. Так, это дело съем. Это дело выпиваю, съедаю. Мясо уже приготовлено. Сразу его съесть. Да. Идем искать приключения. Все, по мясу у меня все офигенно. Так, хранилище. У меня мясо что? 6 часов. 6 часов. Один день. Понимаешь? Это мясо не очень-то и... Ну, давай заберем. О! Мне нужно другое... Погоди, мне нужно другое мясо. Мне нужно жирное мясо. Мне нужно много энергии. О! Погоди, вот это мясо, конечно, вкусно. Копченое как раз уже. Готово мяско. Это мяско мы забираем. Уголек мы подкинем здесь. И идем искать приключения. Я хочу найти все-таки приключения. Показать тебе, насколько я здесь опасно в джунглях Амазонии. А мясо-то испорчено все-таки оказалось. Слушай, по идее, оно должно быть... А, мясо другое появилось. Почему оно появилось, я не понимаю. Так, это много мяса, мне кажется. Вот, это мясо мне надо, кстати. А это сушеное. А это копченое. Вот, копченое я забираю. 4 дня можно путешествовать без проблем. Понимаешь, 4 дня. Выкидываем это мясо сюда.
Много здесь жиров есть, много. Да, протеинов много, энергии много. Все, я готов идти путешествовать. Набираем полную флягу воды. У нас есть 4 куска мяса. 31 килограмм. Сделаем стрелы и все. И все, мой друг, я готов убивать. Идем путешествовать. Заберем пару бананочков, которые, возможно, тут респанулись. Да, есть бананчики. Куда мы пойдем, ты спросишь меня. Я даже не знаю. Я пойду, наверное, знаешь, а что нам показывает, кстати, компас. О, на север. Как всегда, знаете, известно, на севере всегда опасности есть. Я пойду на север. Чисто пойду на север и проверю, что там есть интересное на севере. Кстати, не ходил еще вон туда. То есть я там обежал, там бегал, там я бегал тоже. Везде, в принципе, знаешь, обегал, но на севере я не был. Пойдем на север. О, рыбка со стрелой, кажется, да? Стрела есть? Стрелу я заберу, а рыбка пускай остается. Там есть еще одна рыбка. Тоже, наверное, заберу стрелу. Там, наверное, стрела-то есть. Погоди, стрела. А рыбку я оставлю. Крокодил. Давай, давай, скорее выныривай. Так, ну что, погнали. В 9 часов утра я иду путешествовать. Ты не ожидал, а я сделал там. Ты посмотри, какой хомячок. Сколько там мяса в нем. Но мясо пропадет. То есть я трогать его не буду. По бронику, надеюсь, у меня все в порядке. Хотя бы 50% у меня есть. А то, представь, будет аборигены сразу же где-нибудь вот тут. И будет сразу жарко. Мы идем на север. А сейчас будет здесь речка. Мы пойдем вдоль речки. Кого мы сегодня найдем? Кто мы сегодня... А кого мы сегодня убьем, я не знаю. Смотри видеоролик, бери вкусняшки, тебе приятного просмотра. А мои булочки уже напрягаются. Мне уже становится страшно. Давай спустимся к речке. Я пойду вдоль речки. Здесь, по идее, нет крокодила. В этой речке нет крокодила. Тут есть крабики, кстати. Вкусные крабики такие. У них всего лишь 5 протеинчиков. Но они забавно такие, знаешь, бегают такие. Мне кажется, на этой локации не хватает больше опасности. Ну, здесь хотя есть крокодилы, это реально опасность. Вот крабики. Так, о, слушай, я, кажется, добрался, знаешь, до куда? Уже добрался до перехода на мост, вроде бы. Ну-ка, пройдем чуть дальше. Возможно, он будет чуть дальше. Но мы идем на север, как понимаю. Ну, практически на север. Идем и смотрим. Да, вот тут я вспомнил, кстати, да. Вот это я пью воду, когда было у меня много-много. Хомячки крюкают. О, грибочки, кстати. Грибочки пригодятся в путешествии. От яда как раз змей бывает, тарантул бывает. Мы сейчас пробежимся, знаешь, куда? На первую локацию. Я уже, в принципе, добежал практически до туда. Видишь, когда не надо та локация, я ее нахожу быстренько. Когда нужна она была, я долго ее искал. Так, я хочу забрать эту перевязку с тобой. Потом и сварганю, потом сделаю. Будем ночевать уже вне дома. Ой, слушай, погоди, бро, погоди. А я ж не взял, даже копье и ухо не взял. Я пошел, знаешь, куда-то в джунгли. У меня нет ни копья второго. У меня нету... Это пенек. У меня даже нет лука. Ну, знаешь, это не проблема. Я выживаю здесь 64-й день. Для меня это вообще не проблема. Я сейчас быстренько сварганю себе новый лук, наверное, из бамбука. Я набрал просто флягу, но набирать воду я не смогу. То есть я пошел путешествовать, не взял даже тару для воды. Пойдет дождь, я не смогу собрать. Но я смогу прокипятить. Я могу найти кокос, который я, кстати, просмотрел кокос. Но я хочу пойти в небольшое путешествие, просто в маленькое путешествие. Посмотреть, что почем. А, это не было кокос, показалось. Можно найти кокос и сделать, по идее, мисочку. И в ней кипятить воду. Сделать костерчик, кипятить там водичку, пить воду. Мясо, охотиться, жарить мясо. Так, где проход? Я не помню, проход должен быть где-то здесь, с левой стороны. Где-то в скале должен быть проход. А, вот он проходит, нашел проход. Это проход на первую локацию. О, тушканчик я заберу. Это уже мясо, понимаешь, уже мясо. Добыть его. Кстати, бамбук. Бамбук. Мне нужен как раз здесь бамбук. Забираем бамбучок. Давай-ка сделаем. Мне нужен один длинный бамбук, одна веревка, я сделаю себе лук. Хотя бы не туземный, хотя бы какой-то будет. Вот, у нас есть. Давай, добыть.
Ой, добыть, погоди, не то сделал. Пардон, где другой? Изготовить. Одна веревочка, все. Бамбуковый лук у нас есть. Все, могу стрелять теперь. А плюс предмет у нас 53%. В принципе, нормально. Может делать копье. Тоже без проблем. Давай сделаем второе копье. Длинная палка. Изготовить. Просто заостренную палку сделаем. Без наконечника. Все готово. Видишь как? Забыл я забрать тогда. Да, я забыл забрать лук, стрелу. Забыл забрать и косточки у абориген. И мы идем на первую локацию. Где все, в принципе, начиналось. Пиявка появилась. Где все начиналось, где вся заварушка начиналась именно вот тут. А ты помнишь перестрелки? Помнишь вот эти копья? Когда я бросал, когда готовил эти копья. Помнишь всю эту дичь? Да, это была дичь. Конкретная была дичь. Хорошо, погоди. Мне нужно убрать пиявку и двигаться дальше. Мы сейчас пройдемся по, знаешь, по тем местам, где находится... где были туземцы, где было ихнее племя. Так, что нужно сделать? Мне нужно сделать, по идее, сделать перевязку. Сделать надо было стрелы. Я не взял палочки. Так, изготовить перевязочки. Сейчас сделаем максимально, чтобы это меньше места занимало. И третью, последнюю. Тут уже будут змеи. Тут намного опаснее. Тут бывают леопарды. Тут намного опаснее на этой локации, мне кажется. А тебе как кажется? Напиши в комментарии, как тебе кажется. Аборигенов здесь... Ай, змеюка! Ай, змеюка укусила! Черт возьми, я тебе говорю про змей. Съесть. А где она? Я не вижу их, кстати. О, что вы... Ой. Опять? Где змеюка? Я не вижу ее. Стрелы торчат. Так, у меня температура поднялась. А я змеюку не вижу. Нормально. Можно, по идее, пробежать. А-а-а, бежим. О-о-о-о, опять ударим. Обалдеть, погоди. Я не видел змеюку. Съесть. Все. Где змеюка? Она, наверное, под мостом или где-то в кустах. Так, здесь косточки. Здесь перья есть, кстати. Туземцев нету? Змеюка, наверное, где-то под мостом. Я не вижу ее. Ладно, к черту змеюку это. А что у нас? О, туземные стрелы, кстати. Тут была заварушка очень серьезная. И здесь реально осталось много аута. Так, мне нужно, по идее, палки. Вот палочки есть. А добыть палки нужно сделать стрелы. Оу, реально, энергии мало. Нужно что-то поесть. Нужно что-то съесть. Нужно попить воды, кстати. Главное не вылить, а выпить. Так, добыть палочки еще, добыть. Да, пошел путешествие, понимаю, уже знаешь, реально. Давненько не был я в путешествии, это дело съесть, и кусок мяса я съем. Во, поднял, здорово. А все, здорово поднял, нужно сделать пару стрел себе. Бамбук мне, по идее, не нужен, выкинуть его к черту. А туземная стрела есть у меня. Сейчас мы маленько поутаемся по стрелам. Спустимся чуть ниже, посмотрим, что почем там. Так, можно еще сделать 4 стрелы и будем спускаться ниже. Смотреть, где находилось племя абориген. И там, конечно, никого уже нету. Ведь, конечно, очень печально. Было веселое время. Было веселое время. Но выживаем 64 день. Нам еще выживать довольно достаточно. Так, последняя стрела. А, еще 8 перьев. Обалдеть, сколько у меня перьев-то? Последняя, потому что у меня последняя палочка уже. Все, последняя палочка. Этого будет достаточно. Так, у меня температура. Мне хочется много пить. Знаешь, когда кусает змеюка, хочется пить потом. От температуры. Много костей. Можно сделать броник здесь. Так, черту забирать все эти перья. Пускай валяется тут. А я пошел вниз спускаться. Наберем палочки с собой. Возможно, потом сделаем костер. Все, спускаемся ниже, смотрим лагерь. Тот самый лагерь, где были... привет, хомячок! Да, здесь встретить, конечно, туземцев будет опасно. У меня мало, кстати, энергии, чтобы сразу с туземцами. Потому что нужно и держать блок. О, фрукт, кстати, вкусный. Очень вкусный фруктик. Кстати, как у нас по пчелам? Они респанулись, нет? Кстати, пчелы респанулись. Воу-в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 оу
Стреляй в него! Еще раз стреляй!
Ого, погоди. Кидай копье в нее. Надя, копьем. Зараза какая. Надя, еще раз. Беги отсюда. Обалдеть. Я еще не спустился вниз. Мне уже дали подстральник. У меня энергии вообще мало. Мне нужно поспать срочно. Ну там змеюка. Погоди, где змеюка? Ее нужно найти, убить. А, вон, вижу ее, кстати. Вижу. Теперь я вижу ее. Ух, реально страшно, я только пришел на первую локацию, здесь намного опаснее, все, я убил змеюку, я реально ее не видел, она-то торчала, ее хвост не видно даже практически было, мне нужно поспать, у меня энергии вообще ноль, у меня иглы есть хотя бы, что, иглы у меня есть, а вытаскивать подкожного червя, ух, вот это опасности, вот это реально опасности, чувствуется реально эпично, все, 64 день выживания, я здесь не проживу, наверное, и 2 дня, потому что запасы кончатся и все, надо будет потом что-то делать, но у меня много мяса, нужно мясо готовить, нужно поспать, набраться сил и что-то делать, воды не будет хватать, это точно, жизни будет очень мало. А, 2 часа стемнеет, через 3 часа уже стемнеет, давай-ка спускаться вниз все-таки, смотреть. Пума больше не придет, она точно испугалась. Возможно, и сдохнет. Я бросил копье. Я бросил одну стрелу точно в нее. Ух. Да, опасное место. Что и не говори. Так, можно съесть кусок мяса. Поднять себе энергию чуть-чуть. Так, а заберем медок с собой. Там есть еще он мед. Там есть еще пчел. Так, я пришел там, где были аборигены. Сейчас проверим. Так, еще медок. Так, сколько я заберу с собой? Ну, забирай. А, места уже не хватает. Так, медок забираю, стрелу забираю. Пчел покатели чуть дальше. И туземцев здесь у нас нету. Туземцы, вы где? Туземцев нету, как видно. Здесь можно, конечно, и выживать. Температура проходит, но хочется еще пить, конечно же. Пить охота очень сильно. Туземцев нету, это здорово. Это коптильня маленькая. Я ее не строю, она, по идее, не нужна маленькая. Можно сделать прямо тут сейчас. О, длинные палки есть. Можно сделать здесь спальный мешок из листьев пальмы. И здесь покушать. Ну, знаешь, нужно... Ой, нужно поспать мне срочно, либо съесть кусок мяса. Так, быстренько делаем. Быстренько делать спальный мешок. Я, правда, не успею. Придется мне спать уже на земле. Спальный мешок срочно. Прямо тут. Но я не успею, мне не хватает энергии. Здесь спального мешка никакого нету. Кровати здесь никакой нет, и мне придется упасть. Упасть. Давай упадем, ладно, черт с тобой. А, что это такое? Туземный разжигатель, кстати. Я его заберу с собой. А у меня не хватает места, что ли? Давай уже падай в обморок. Можно, по идее, знаешь, уснуть и самому. Ладно, падай в обморок. Надеюсь, не будет подкожного червя, потому что бывает гниение. А маленько заморался, но очухался. В порядке, в принципе. А будет ночь, будет реально страшно здесь. Где он, спальный мешок, и нужно набираться энергии. Да, тут есть змеи. Я сразу это понял. Сразу почувствовал, насколько опаснее здесь. Намного здесь опаснее. Сколько? 6 набрал. Так, все накидал. Это приключение будет довольно, значит, проверять на прочность. Хочу проверить себя на прочность. Ну, я мало чего брал, я мало чего взял. То есть я пошел, как бы, можно сделать костер. У меня есть пока энергия, можно сделать костерчик. Прям, знаешь, прям вот тут, внутри можно сделать. Либо можно, а где коптильня сделать. Но я, наверное, сделаю вот тут костерчик. Так, бросили листву, которые у меня остатки остались. Так, бросили листву, я не понимаю. Он держит, по идее, листву, не бросает мне. А, Кью, бросить. Так, секундочку. Он мне держит листву. Брось ее. Так, нормально. Будут какие-то глючки. Он не хочет бросать мне почему-то листву. Блин, будет туземца. Будет сейчас леопард, у меня сожрет. Я даже не могу взять оружие никакого. О, погоди. Все. Нет, он не бросил еще. Ладно, давай спать. Давай спать. А он даже спать не может. Я даже спать не могу. Обалдеть. Мне страшно. Кто-то там бегает. Слушай, реально кто-то бегает.
Так, можно вот так забрать лист и выкинуть. Да выкидывай листья эти, к черту уже. О, выкинул. Выкинул листья. А все, пойдем спать, я уже буду делать, наверное, костер уже на рассвете. Проснусь, наверное, в 2 или в 3 ночи. О, в 3 ночи и сделаю костерчик. Мы идем в путешествие, мой друг, ты понимаешь? Опасности нас ждут. Везде опасности, они нас... 3 часа. Это тушканчик просто. Так, делаем костер прямо внутри. Если что, будет дождик, я смогу, конечно же, держать свой костер в тонусе. Так, ставь здесь. А, мне нужны ветки. Добыть. Тут, в принципе, есть и короткие ветки, и маленькие веточки есть. Добыть. У меня веток вообще ноль. Так, камень ты брось. Мне нужны еще ветки. Еще ветки. Так, там грибочки есть. Так, ветки, ветки, кости, кости. Мне нужны ветки. Пойдем маленько порубим. Здесь, в принципе, можно порубить. Вон там есть такое дерево. Одно толстое дерево, и мне будет достаточно. Одного бревна. Так, пиявка появилась. Хочется пить. Хочется, наверное, еще и поспать. И поесть хочется. Мне, в принципе, есть мясо, нужно его пожарить. Так, добыть из бревна будет достаточно, мне кажется. Видишь, я уже выживаю как туземец. Уже у них в лагере выживаю. А их нету. А делаем костер прямо сейчас. Чтоб был какой-то, знаешь, уже очаг. Давай, давай, мой друг. У тебя пиявка. Сейчас будет костер, будет свет, нам будет все офигенно. Да, yes. да. Yes. Поджигайся. Кидаем сразу мясокоп, чтобы было у меня мясо. Понимаешь, мне нужно мясо. Мне нужно мясо, по 2 кусочка мяса. Убираем пиявку, которая где-то присосалась. Весь в грязи, весь побитый. То пумы, то змеи. Так, все, одевай броню. Так, ну что, держим позицию. Мне нужно сделать еще одно копье. Мне нужно сделать, наверное, хорошее копье. А, мне нужен камень, кстати. Мне нужно добыть камень, мелкие камушки, да, сделать ножик. И к ножику уже примотать длинное копье. Сейчас мы дело сварганим. А, места у нас мало, конечно. Так, изготовить. Кто-то здесь ходит, мне кажется, слушай. Такое ощущение, кто-то ходит здесь. А это что такое? Говорит, какой-то... Так, мясо готово. А, мяско готово. Забираем с собой. Пригодится в путешествии. И еще мясо у нас есть. Так, это приготовленное мясо. Так, это дело съем я. Ой, руки грязные. Стой. Мне нужно помыть руки. Потом, конечно, кушать. Так, сырое мясо. Один кусок мяса у меня есть. И все. А тут у нас есть и... 3 дня еще. Вот это да. Копченое мясо 3 дня еще. Обалдеть. Так, сделал, по идее, ножик. Нужно сделать копье. Мне нужна длинная палка. Так, уже, наверное, 4 утра. Мы сейчас, конечно, еще поспим. Так, ножик где? Ножик. Длинная палка, одна веревка. И будет нам хорошее копье. Надо найти туземцев и забрать у них. И лук хороший. И забрать, конечно, копье хорошее. Вроде рассвет. Мне нужно помыть где-то руки, найти. О, кстати, я знаю, где может мыть руки, но темно, я ничего не вижу. Сейчас помоем ручки, пока погреемся возле костра. Пока посмотрим, что у нас по времени. О май гад, пить охота вообще. Хочу бананы съесть и хочу мясо, хочу жиры. Мне нужно найти еще шишек много. Очуметь, это путешествие будет реально адово. Но не самое адовое, то есть будет намного тяжелее, мне кажется. Хочу, куда хочу прийти сейчас, друзья? А я хочу, наверное, прийти на пристань. И там сохраниться в первый раз, друзья. Реально. Там сохранюсь я в первый раз на пристани. А за 4 ролика. То есть я, понимаешь, я строил 3 ролика. И сейчас у нас 4-й ролик. Я сейчас буду сохраняться. Так, все испорчено. Мяса больше нет у нас. Мясо готово. Я жду рассвета, и чтобы пойти помыть ручки. А спускаемся вниз. Там была какая-то водичка. Можно там помыть руки. Кто там бегает? Хомячки! Ну-ка, кыш отсюда. Это кто, мышка? Мышка. Где-то тут была вода, кстати. Тут была вода. А, вот вода. Это вода? Где вода? Слушай, реально где-то была вода. Где здесь можно помыть руки? Тут негде помыть руки. Обалдеть, я хочу есть.
Ладно, к черту, возле костра не будем сидеть. У меня мясо, в принципе, готово. Пойдем найдем, где можно помыть руки. И мне нужно обязательно поесть. Грязными руками есть я не буду. Где еще орех? А вот орех. Мне нужна река. Мне нужна речка, чтобы помыть ручки свои. Пойдем-ка вниз спустимся. Вон там была какая-то речка, но она слишком маленькая, чтобы там мыть руки. Куда иду, я вообще не знаю. Пока еще темно. Змеи будут, тарантула. Не очень-то и хочется наступать на кого-то. Вон там есть речка. О, кокос упал, кстати. Кокос мне пригодится. О, это вода? Погоди, погоди, пчелу что ли? Где-то пчелу рядышком. Не вижу пчел. Вот хоть убей, не вижу пчел. Так, кокосик мы заберем, конечно, с собой. Нет, я не разбил его. Вот, разбил. А, места не хватает для кокосика. Я хочу покушать, у меня руки грязные. Ты что, издеваешься надо мной? А, плод испорченный. О, выкинуть его к черту отсюда. Уже испортился, иди сюда, кокос. Не влазит кокосик. Как-то некомпактно все сделано. А, выпить нет, не буду так пить. Погоди, погоди. Мне нужно компактнее чуть-чуть сделать все это дело. Да не рычит на меня ты. Мне и так страшно. Кокос забрал все. Неизвестный плод к черту. Кокос забрал в лес. В пиндюрю. Какие-то пчелы там. Куда идти? Я вообще не знаю, куда идти. Как ориентироваться, я тоже не знаю. Вон там какой-то проход есть. Хочу дойти до причала. Неизвестно, каким макаром дойду. Но я примерно знаю, куда идти. У-у-у, вот этот, да, у меня упал. Мне нужно идти обязательно сейчас помыть руки. А мне нужно идти на запад. Кто тут бегает? Нужно идти на запад. Реально страшно. Реально страшно, потому что я не сохранился. У меня три постройки по зеленому аду. И умереть сейчас я, конечно, не хочу. А я могу умереть, ты понимаешь? Я реально могу сейчас умереть. Ой-ой. Это мне еще не хватало. Так, мы идем на запад. Надеюсь, будет река какая-то. Помоюсь и смогу покушать. Я хочу есть. Я есть хочу. О, пригодится. Реально это дело пригодится. Какая-нибудь вода грязная какая-нибудь. Сойдет любая вода. Мне нужно просто помыть руки себе. Попу помыть. Постирать трусы, носки постирать. У меня все падает, мне нужно обязательно что-то. Сейчас, о, я с ужасом, знаешь, куда я пришел? Я пришел в ту самую пещеру, где мы... Нужен дождь. Кстати, нужен реально дождь. Та самая пещера, где я выживал, когда мы шли уже... Скорпионов нету. Здесь у нас лежит костер. Здесь у нас есть что? А палочки есть. Есть костер, через можно, по идее, разжечь. Мне нужен дождь. Вот точно, мне нужен дождь. Руки грязные, мне нужно помыть. И нету никакой воды вообще. Я в джунглях, в центре событий. Как я буду выживать, я не знаю. Я вообще не знаю, где тут вода. Воды тут нет поблизости. Полная задница. Но дальше будет много воды. Но это все будет дальше. Мне именно сейчас надо идти помыть руки. Вода во фляжке есть, 36, можно, по идее, выпить. Ага. Из фляги можно пить. Руки, в принципе, не взаимодействуют. Просто пьет из фляги. Но есть не надо, иначе будет паразиты. Много паразитов. Так, какой-то проход. О, кокос упал. Кокосик я заберу. А места, ну, конечно, не хватит, как места. Там вода есть, кокосик. Где кокос мой? Где кокос? Каждый кокос на вес золота у меня. Он же упал. Во, вижу кокосики, погоди, вижу кокосики. Давай-ка подстрелим пару кокосиков с собой. Куда, куда падаешь-то? Упал опять в кусты, куда там? А вот кокосики. Так, кокос есть, а забрать смогу, здорово. Второй кокос где? Где моя стрела, кстати? Моя стрела. Вот кокос еще один. Кокосов много набрали. Я хочу помыть руки и наконец-то покушать, но я не могу. Понимаешь, я не могу это сделать. Так, это дело выкинем. Грибочки мы вот сюда переместим. И заберу кокос с собой. О, все чудесно, все, погнали. Идем на запад, ищем воду. Не знаю, пока напряженка, но еды у меня много. Мне просто нужно помыть руки и покушать. Энергии маловастой, конечно. Не знаю, дойду, не дойду я до... Пугай. Столько криков сразу. Ой, змеюка! Это будет мясо, кстати. Это мясо.
Забирай змеюку. Забирай ее. Смелее. Это твой трофей. Это мясо. Потом придем к причалу. Там уже можно поспать. Там, может быть, сохраниться уже. И выдохнуть смело. Путешествие в джунглях — это довольно опасно. Сколько тут свинок? Очуметь. Много свинок очень. Так, вон там есть вода, мне кажется. Я, кажется, помню. Там должна быть вода. Там пчелы внизу, там есть вода, и я не знаю, где я сейчас выйду. Ой, бананов сколько, ты посмотри, я заберу. Нет, не забираются бананчики. Там есть водичка, там есть вода. Обрадуй меня. Мне нужна вода. Воды. Воды. У меня есть кокос. О, еще бананы, смотри, когда не надо. Бананов их реально много. Туземцев нет здесь? Что за звуки? Воды вообще нет. Воды ноль просто. Иду на запад, практически чисто иду на запад, воды ноль. Дождя нету. Куда я уперся, я тоже не понимаю. А нет, погоди, я, кажется, понимаю, куда я уперся. Мы... Ой! Ой, я успел уйти вон змеюка. На тебе, змеюка. Забирай змеюку. Так, пока энергии есть, в принципе, нормально. Мне кажется, я знаю, где нахожусь. Я нахожусь рядышком... с деревней аборигенов. Вторая деревня аборигенов. Ой, мясо не влазит. Ты серьезно, что ли? У меня столько много не влазит мясом. Очуметь. Много всего. Я рад, очень рад, конечно же. Но есть не могу. У меня руки грязные. О, это вода? Это вода? Нет, какое-то болото, что ли? Здесь не помыть руки. А, черта с два. Я хочу поесть. Я хочу воды. Я хочу все поесть. У меня много всего. Сейчас скоро все дело испортится. Эти грибочки я заберу. Минус два. А, два паразита. Гарантированно. Минус два. А не плюс два. Понимаешь? Так. Обходим эту гору. Идем на запад. Шишек я не вижу. Шишки надо будет еще съесть. И воды нету. Жизни очень мало. Если будет туземец, он меня реально убьет. Но моя интуиция подсказывает, что все будет нормально. Интуиция реально подсказывает, что все будет нормально. Бабочки. Так, я спустился, обошел здесь. А где-то тут должны быть племя аборигенов. Тот самый, который я убил. Нужно, наверное, пройти еще дальше. Грибочки эти заберу. Грибочков реально этих много. Когда нужны эти были грибы, их нету. Я долго их искал. У меня сколько? 14 грибов этих. У меня реально хавчика дофига. Вот, вот племя, кстати. Вот то самое племя, которое я убивал в первую очередь. Все есть на стримчике, все есть в прес-листе. Может посмотреть мой друг. А, ну что здесь есть интересного? О, чашка. Чашку я заберу. Палки, палки. Длинные палки. А, добыть, наверное, палочки. Все, спускаемся ниже, там будет вода, там могу помыть ручки, там смогу, конечно же, все делать. Это стойка для оружия, здесь я изучал ее, прибегал, кричал, потом убегал и отстреливал. Все есть на стримчике. Прямой... Трансляции! Меня чуть змеюка не укусила. Так, идем сейчас мыть руки, реально. Сейчас помоем руки, без проблем. А знаешь, чего я забыл взять? Я забыл забрать удочку. Ну, знаешь, я могу, в принципе, ее сделать. Я знаю, как ее сделать. Можно побыживать вот здесь, наверное, несколько дней. То есть у причала. Там будут аборигены приходить. И можно их убивать. Ну что, мой друг, напиши прямо сейчас комментарий, стоит выживать тут, на первой локации. Я, по идее, сделал там дом офигенно. Я пришел сюда. Ну, я встретил пому, я встретил много змеюк. Встретил паука. Так, моемся. Ой, дай помыться, дай наесться мне вдоволь, реально. Я хочу наесться. Ой, это пиранья, кажется. Это пиранья или нет? Я знаю, как сделать удочку. Мне нужно просто сделать. Я ее не делал, я просто находил в игре ее удочку. И можно порыбачить. Я знаю, здесь обалденное место для рыбалки. Все, можно теперь реально наесться. Давай кушать, уже скоро все дело испортится. А, это дело съесть. Это дело... съесть. Это выпить. Да. Сколько много всего надо. Шишки хочу. Съесть шишки. Шишек съесть. Мясо приготовленное съесть. Обязательно куски мяса. Пару грибочков на закусочку. Вот это понимаю. Ой, еще хочу.
Съесть. Все это дело съесть надо. Обязательно. Так, ну что у нас? Минус паразита, 5 углеводиков. Хочу еще воды. А воды у нас выпить. И вот этот бидон пустой уже. Ну ладно, не беда, в принципе. Так, ну что, идем дальше. Мясо вижу. Много мяса. Ты понимаешь, там очень много мяса в нем. Четыре куска мяса по 3 килограмма. Обалдеть. 65-й день выживания. Я ему попал прям в глаз. Да? Ну, практически. В ухо попал. Абориген я не вижу. Есть еще мясо. Еще 4 куска по 3 килограмма. Забираем все мясо с собой. Забираем туда, и я буду делать сейчас, знаешь, что? Коптильню буду делать. Чтобы было у меня копченое мясо. Вот это да. Вот это я нахватал. Много килограмм. Очень много килограмм нахватал. Нужно выкидывать эти палки, чтобы добавлять себе вес. Так, ты пока подождешь, либо тебе нужно разобрать. А что же делать? Что же делать с тобой-то? Мясо нужно выкидывать. Мясо реально тяжелое очень. Давай-ка сбегаем туда сейчас. Мясо здесь и оставлю. Тебя разделаем тоже. Чтобы все дело было разделано. Сбегай туда. Пока мы не будем сохраняться. Мы сохранимся уже под конец. Так, тоже мясо есть, много костей. Все биштексы мы сюда. Сколько у меня часов? У меня есть 19 часов, чтобы сделать себе коптильню. Понимаешь, чтобы было у меня копченое мясо. Вот это копченое мясо вкусно. Мне нужны длинные палки. Сейчас побежали. Заберем, наверное, 2 куска мяса хотя бы. Потому что, возможно, пропадет. Даже можно взять 4 куска мяса. 46, достаточно. Нет, много взял. Вот так сделаем. Быстрее добежим. Ну, давай один кусочек возьму. Все, побежали делать коптильню. Из дерева придется делать. Нужны веревки. У меня есть 19 часов. Мало, конечно, энергии у меня. Но у меня есть кусок мяса. У меня есть жирный кусок мяса. Копченое. Вот этот кусок. Его сразу скушать. Руки чисты, слава богу. Грибочки. Съесть. Я хочу пить. Вот в чем проблема еще. Но когда, знаешь, будет много у нас чашечек от кокосиков, я прибежал сюда. Помнишь, здесь выживал, мой друг? Здесь у нас много аут. Здесь много перьев бросал здесь. У нас тут много чашек. Ай, сколько воды. Ты посмотри, сколько воды здесь. Обалдеть. Все, райское место. Райское место тут. Понимаешь? Все, райское место. Костер здесь был у нас. О, как жили тут, не тужили. Кстати, были туземцы. Да-да, были туземцы. Я хочу сразу забрать хорошее копье. Это оставь здесь. Мне нужно делать прям срочно сейчас делать. А можно сделать, знаешь, мясо можно сделать на той стороне из бамбука. То есть, смотри, можно сделать копченое мясо. Вот. Коптильню сделать там. Мне нужно 14 бамбуковых палок. Можно сделать маленькую. Да, кстати, можно. Но я хочу сделать большую. 4 куска мяса сразу будут готовиться. То есть, мы 4 мяса можем пожарить, а 4 нужно сделать копчено. Побежали в ту сторону. Сделан там из бамбука, там сделан спальный мешок. Вот наступил. Мы здесь повыживаем. На этой локации. Здесь повыживаем, побегаем. Посмотрим, насколько здесь опасно выживать. О, черепашка. Здравствуй, черепашка. Так, мне нужно, по идее, бамбук. Ставим здесь где-нибудь. Без разницы, где ставить. Давай здесь поставим. Вот здесь нормальное местечко такое. Так, все, мне нужны веревки. Листья надо будет. В принципе, у меня есть много материалов. Тут реально море. Бамбука здесь много. Тушканчик, иди со мной. Места хватит, надеюсь. Так, рубим максимально сразу же. Нарубаем. Мне нужно много длинного бамбука. Энергии потратим много. Но мясо надо будет накидать мне обязательно. Так, длинный бамбук. Набираем его. Сколько там? 14 надо, что ли? Или... А, коротких 14. Мне нужен длинный бамбук. Строим уже. Все, начинаем строить. Начинаем дальше выживать. 65-й день выживания, я продолжаю выживать, и я еще живой. Все, мне нужно осталось короткий бамбук и длинный бамбук еще. Здесь брось, набираем короткую бамбука. Идем, вот короткий. Так, длинный. Здесь набросаем. Так, сразу сухой лист. Сухой лист надо будет сделать. Вот здесь сухой лист. Вот здесь все дело срубим. Черепашку сейчас убьем. Да, черепашку я сейчас убью. Прям жестко. Разрежем ее. Разрежем черепашку и будем ее
А мне нужно, по идее, панцирь, чтобы была вода у меня здесь всегда. Была вода. Все. Есть панцирь, будет вода. Бросаем вот сюда ее. Крокодила здесь не бывает. Здесь это не озеро. Крокодила здесь не бывает. Здесь бывает пираньи, кстати. Так, бамбук. Мне нужен бамбук. Больше бамбука, короткий. Короткий бамбук нужен. Так, не вижу. Не вижу. Проверим, насколько здесь опасно выживать, насколько здесь бывает туземцев. Часто, не часто бывает здесь. Так, тушканчик, иди ко мне. А, ты не влазишь. А мне нужен короткий, длинный бамбук. Когда нужен короткий, его нету. Когда нужен длинный, все наоборот. Я не понимаю, что за дичь. А где реальный мой короткий бамбук? У меня его вообще нету. Так, ускорись, сюда бросаем. Вот он, короткий бамбук. Так, длинный, длинный, длинный опять. Мне нужно много короткого бамбука. Так, здесь бросайся. А, о, бамбук. Вот короткий еще. Иди сюда. Куда он исчезает? Я не понимаю. Куда реально он исчезает? Так, сколько мне осталось? О, мне нужно 10 еще, обалдеть. Мне еще 10 штук надо. О, нашел. Это длинный. Слишком много длинного бамбука. Куда его девать, я не знаю. Нужно что-то еще из него строить, конечно же. Так, это короткий. Давай набирать длинный. Я уже таскаю все в одно место. Ух, сколько здесь всего его. Конечно, можно построить тоже здесь. А можно сделать из бамбука толстого. Конечно же, можно сделать... Нужна будет глина снова же. Будем выживать тут, друзья. Пишем комментарий, где нам выживать. Либо тут, либо там. Но повыживаем здесь, наверное, денька 5 точно повыживаем здесь. Посмотрим, что здесь почем. Здесь можно скосить весь этот лес. Здесь есть леопарды. Здесь, кстати, много мяса есть. Тут много этих тушканчиков бегает. То есть там по 4 куска мяса. Один хедшот и все. 4 куска мяса на 2 суток тебе хватает. Много очень бамбука, нужно что-то из него потом будет сделать. Жалко пропадает, столько добра. Мне нужен короткий, я не вижу короткого бамбука. А можно, может он так валяется просто? Может даже рубить не надо? Ну-ка, поднимаемся наверх. Так, у меня руки грязные, есть мы не будем. Нет, так у нас не валяется бамбук, конечно, очень печально. Пойдем распускаться ниже, смотрите, там мы рубили. Не думал, что реально будут какие-то проблемы с бамбуком коротким. Ой, секундочку, туплю. Погоди, реально туплю. Можно добыть же из этого длинного. Добыть. В чем проблема? Это же бамбук. Его тоже можно разломать. Во, пошло дело. Все, пошло дело-то. Все нормально, все офигенно. Во, давай, давай, добывай. Так, все готово. А, нужен длинный, кажется, еще. Так, бамбуковая палка. А, ну, ставься. Это же палка длинная. Или какая? Или короткая нужна? Короткая или длинная? Не пойму. Так, ну-ка, добыть. Так, тут готово. Это готово. По веревкам. Нужны веревки еще. Мне нужно еще 3 веревочки. А веревки есть сверху. Гораздо выше. Либо идти вон туда. Пойдем разбегаем вон туда, пока есть энергия. Ух! Мясо будет, мясо все в порядке. Мясо будет у нас много. Мясо будет, вода будет, будет дождик. Да хотя, знаешь, можно и на костре жарить. Без проблем. Побежали за веревками. А интересно, здесь палки респанулись? Я много... Ууу, реально палки респанулись, мне кажется. Так, ручонки грязные, есть мы не будем. Но жизни много, значит, есть не очень-то и хочется. Так, мне нужны веревки. Я пришел, по идее, за веревками. Так, здесь нет веревок. Шишки упали. Я увидел. Шишки мы заберем. Так, что вообще у меня по энергии? Да, в принципе, все нормально, все офигенно, пока мы строим. А чтобы у меня, знаешь, копченое мясо было. Так, сколько надо еще? Наберем сразу палок, сразу можно набрать на костер. Вот здесь можно срубить. О, еще шишечки упали. Здорово. Мне это нравится. Это здорово. Так, погоди. Толсто не будем трогать. Возьмем, наверное, вот это дерево. Давай, давай, руби. Тут мы разберем. Добыть. Пока все офигенно. Пока я живой. Дошел вообще без проблем. На изи практически. Все изи. Практически все на изи. Так, забирай, забирай, забирай палочки.
сколько уже? Две короткие палки. Уже много килограмм. Ой, 46 килограмм нахватал уже. Кокосики нужно разобрать, по идее, и выкинуть. Эти грибочки я с собой заберу. А мы взяли, что на бомбе болело? А, веревки. Веревки я нахватал. Сколько веревок я взял? 3 штуки. Надеюсь, больше не надо будет веревок. Надеюсь, 3 хватит. И еще листья. Листья банан надо будет. Тут у меня много длинных палок, кстати. Можно тоже что-то сделать. Тут пираньи ползают. Они кусаются очень сильно. Будем воду кипятить. Ну, знаешь, я не взял тару для воды. Придется кипятить воду все-таки в чашках от кокосов. Но не проблема, в принципе. Можно сделать, конечно, фильтр. Водяной фильтр из глины. Он долго делается, конечно, но он будет офигенный. А он будет садиться, и осталось мне листья. А много всего нахватало, мы все дело выкинем, потому что ходить невозможно. Так, мне осталось листья банана. Пока еще не стемнело, нужно быстренько сбегать за листьями банана. Тушканчик не влазит ни в какую. А листья бананов. Тут у нас реально много-много бамбука. Уйма бамбука. Построить здесь можно что-то реально грандиозное. А где листья банана здесь? Не вижу. Еще тушканчик. А можете добыть? Сразу же. О, нормально. Тут, кстати, реально много бамбука. И также тут есть деревья, кстати. А вот и веревка есть. Бегал, зачем туда? Так, я, по идее, еще листья банана. Вот, нашел. Руби, руби. 5 листьев и все. И готово. Можно готовить мясо. Сделать костер и все. Можно готовить мясо. А, все, 5 нахватал, побежали. Нужно сделать что-то еще спальный мешок, кстати. Потому что нужно спать будет. Вон там было листья, пальмы. Либо сбегать вон туда поспать. И там уже сохранится. Так, ну что, листья готовы. Так, делаем, сейчас делаем костерчик. Надеюсь, мне хватит всего. Хватит дров. Так, сюда, это так. А палочек мне уже не хватает. Палочки можно брать. Там были палки наверху, можно сбегать сейчас. Давай, берись. Так, можно, по идее, добыть, да? Сколько палок? 6, 7. Все, больше не надо палочек. Кажется, 7 надо. А добыть, коротких надо добыть. Так, еще 2 короткие. Ну что, я жду туземцев здесь. Я реально здесь жду туземцев. Ой, не хватает одной палочки, серьезно, что ли? Дайте мне одну палку. Пойдем-ка в лес бегаем. Возможно, найдем. Так, добыть. Сразу из тушканчика перья. Ой, не хватает нифига. А бамбуковая палка? Нет, мне нужна не бамбуковая палка. Мне надо обычную палочку, всего лишь одну штучку. Ой, мне руки грязные, есть я не буду. Ну, места мне хватает. Так, все готово. Где одна палка всего лишь? Мне нужна одна палочка. И сразу принести листья. А хотя нет, потом сделаем. Палка есть, все готово. Побежали мы обратно. Молодая пальма. Будем здесь строить домик. Да, будем строить. Так, ну что, готов, можно сделать сразу костер. Мясо мы накидаем сюда. Строим мясо. Сколько часов осталось там, по идее? Осталось 14 часов. Я построил за 3 часа, что ли? Или, погоди, не то мясо это. Да к черту, все мясо бросаем. Так, погоди. Так, черепаха. К черту черепаха. Там слишком мало у нас у черепахи. А мне нужно сделать кокосики. Мне нужно разжечь костерчик. Ну-ка, давай-ка разжигать костерчик. Пойдем-ка уже спать, пойдем-ка сохраняться уже. И будем заканчивать, друзья, уже. Так, скорость у меня есть, без проблем. Ждем туземцев здесь. Давай, у тебя хватит энергии. Давай, я верю в тебя, давай. Да, молодец, давай. Давай, поджигай. Надеюсь, дождь будет и не потушит костерчик. Так, есть куски мяса у нас, а пускай готовится вот это тоже, черепаха. А, попугайчик, да к черту, это можно просто пожарить, кстати. И можно сразу пожарить снизу, что удобно, видишь, как офигенно. Почему я сделал коптильню? Здесь пожарить можно. По-моему, руки пойдем. Ха! Кто здесь? Послышалось? Пойдем, по-моему, руки. Вот так и макаром, видишь, мой, мыться как можно. Попал в воде с пираньями и помылся. О, видишь, помылся. А, здорово, да, как? Ой, сколько здесь костей. Здесь были аборигены, я их убивал. Остались косточки. Так, ну что, мясо готовится. Пиявка меня еще жрет. Я еще не помылся полностью, кстати. Сейчас помоемся, я буду есть. Иди отсюда, пиявка.
Так, еще пьевка есть. Ну, все готово. Так, еще помыться чуть-чуть. Я буду кушать. Прям в воду прыгаем, спираль. Ох, боль. Ну, мойся, скорее. Все, офигенно. Все, выползаем. Так, энергии мало. Ну, сейчас покушаем мясо, возможно, энергия поднимется. Так, мясо приготовлено. Его съесть. Это мясо тоже сразу съесть. Костер два в одном, говорит там. А сверху можно накидать черепашья. Нет, его, наверное, пожарим черепашья. Так, фруктики. Это мы скушаем, это мы тоже скушаем. Все это скушаем. Поднимаем себе жизни. Воду. Мне нужно много воды теперь. А можно разобраться с кокосиками? Выкидываем кокосом. А нет, погоди, можно, по идее, добыть из кокосиков. А, добыть. Отдельно. Отделяем все это дело. Добыть. У нас будет два лагеря. На той стороне и на этой стороне. Если что, придут много аборигенов, мы перебегаем на другую сторону и перестреливаемся. Добыть. Так, кокосики можно, по идее, скушать? Нет? Да, можно съесть кокосы. Но лучше всего надо скушать их так. У меня мед. Много места занимает. Так, мед мы скушаем. Все. Теперь добыть. Подняли много энергии, это реально офигенно. Нужно сбегать за мясом. То мясо, которое там бросил. Возможно, она осталась. Так, миска выбросилась. Места не хватает уже для мисок. Так, я не вижу, куда бросать мне миски. Давай здесь набросаем миски. Я вообще ничего не вижу. Так, что у меня по мясу? Кокосики мы пожарим. Они дольше так сохранятся и намного вкуснее. Так, добыть. Фляжка пустая, нужно добывать нам воду. Добыть. Друзья, уже будем заканчивать. Именно вот именно на этом моменте будем заканчивать. То есть мы еще ни разу не закоронялись за 4 ролика. Это реально опасно. Сейчас умереть реально будет очень опасно. Очень неприятно. Черепашье мясо я хочу все-таки пожарить. А кокосики пожарим. Здесь еще повыживаем. Погоди, нужно кокосики убрать. А здесь кинуть мяско. Кокосики убрать. Спасибо, что смотрели до сюда. Будем уже продолжать с вами на следующем ролике. Ставь лайкосик, подписывайся и, конечно, нажимай колокольчик. До новых встреч, до новых выживалок. Всем спасибо и всем пока.